Всем добрый вечер. Сегодня у нас день витаминов. Я использую чиктоник. Видел в Инстаграме, в Ютубе, и посоветовали мне. Алик мне посоветовал, так что я каждый месяц 15 числа даю эти витамины. Надо делать свежую воду, каждый день менять, поэтому я по-малому буду делать. Будем спускать сос воду обычную. Это у меня такси. А потом уже добавлять. Желательно чиктоник надо дать каждый месяц один раз по 5 дней. Летом в основном не дают, потому что могут быть живот болит у кроликов. Поэтому желательно летом не давать. Так как у нас уже лето заканчивается, погода очень хорошая, я решил дать каждый месяц, в середине месяца, по 15 по 20. Сделаем так, на литр воды 1 миллилитр, значит у нас 2 литра, тут и 2 миллилитра. Сделаем. Закрываем и перемешаем. Все уже готово. Каждый день обновляем воду, чтобы была свежая вода. И все по 5 дней. Всем удачи.